дороги перед входом. Иди на свет фар. Я подгоню машину. Sbagliatevi! Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo! Ehi, bastardo! Spera solo di piccarti subito una pallottola in testa! Se i rossi ti beccano vivo, ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno! Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre! Devi farlo sapere a tutti, cazzo! Tieni gli occhi aperti! Всюду. Ладно, зря мы не взяли пушки. Наверху выгодная позиция. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di più. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Venite fuori! Ora! Ah!
da lì! No! Niente! Proviamolo! Вот больный зал, а там и дорога. Так, все в порядке. В лицо меня никто не разглядел. Я сейчас просто спокойно выйду, и все. Скузи. А знаешь, тебе ведь сюда нельзя. А вам тоже. Давайте так, не будем никому рассказывать. Мне от тебя кое-что нужно. И ты мне это дашь. Правда? Что ж, я польщен, но, увы, мое сердце занято. Прошу простить. Давай-ка без этих шуточек. Где распятие? Дамочка, повезло вам, что я джентльмен. А не то бы я вам... Ты бы что? Ладно, ладно. Имейте в виду, вы меня вынудили. Хватит болтать. Ну, Натан Дрейк? Похоже, слава меня опережает. Не вышло. Я тебе попался. Иди сюда. Отдавай мне артефакт. Слушайте, у меня есть... Крутая астролябия, слегка БУ, но я отдам по сходной цене. Есть другая. Слушайте, я ж только с самолета. Может, ничьё б я? Тебе хватит? Или будешь продолжать умничать? Знаете, вы крушите очень дорогую собственность. Нас за такое отсюда могут и попросить. Так, стоп, стоп. В заднем кармане. Где оно? Вот здесь! Я у машины. Вы куда провалились? Я встретил твою ногин, Рос. Такая душка. Да, тут полный хаос. Они пытаются удержать ситуацию под контролем, но ты психуешь. Не хочу тебя торопить, но давай бегом. Эй, ты где там? Хороший вопрос. А ты? Я у зала. Ориентируйся на такой круглый знак. Ага, круглый знак. Кстати, я раздобыл пушку. До встречи. Я
Ascolti! Qui! Vetri rotti! Ho trovato dei vetri rotti! Я встретил твою Надин Росс. Такая душка. Да, тут полный хаос. Они пытаются удержать ситуацию под контролем, но все психуют. Не хочу тебя торопить, но давай бегом. Эй, ты где там? Хороший вопрос. А ты? Я у зала. Ориентируйся на такой круглый знак. Ага, круглый знак. Кстати, я раздобыл пушку. До встречи. Керудюру! Ho visto qualcuno che usciva dalla finestra della biblioteca. L'ho sentito, ma non sono riuscito a vederlo. Perlustrato i tetti. Qui! Vetri rotti! Ho trovato dei vetri rotti! Sono passati da qui, da questa parte! Thank you.
Ладно, я почти в бальном зале. Нейт, меня прижали! Нужна помощь! Я иду, сэр. Мне тоже. Концепция меняется. На выезде теперь пробка. Нам не прорваться. Черт, и что будем делать? После зала есть фонтан. Жду вас там. Ясно. Пошли. Почти на месте.
Уже почти. У тебя там что, катапульт? Быстрее! Душу ждут муки ада. Черт. Что? Пусто. Что? Ну ты придурок. Твоя кровь. Так-так, череп и кости уже неплохо. Печать Эвери. Что это? Ходие мекум эрис... Ин парадисо. Ныне же будешь со мной в раю. Так сказал Иисус Дисмосу, разбойнику, да. Но... А что это за цифры? Есть идеи? Ну, может, код. Номер телефона. Да ладно. Даты. А? Вот. 1659. Это год рождения Эвери. И 99-й. Дай угадаю. Год его смерти. Считается, что да, но... То есть у нас есть дата рождения, дата смерти и дорога в рай. Похоже, искать надо могилу Эвери. Собор Святого Дисмоса. Погодите-ка. Рейв там наверняка уже каждый камень перевернул. Ага, в соборе. Видите символы? Ну? Такие бывают на шотландских могилах. Ясно? Вот, посмотрите. Там очень необычная планировка. Ага. Вот тут собор. А кладбище аж вот здесь. То есть Райф вообще не там ищет? Именно. Парни, мы едем в Шотландию. Так, стоп. Вы понимаете, что Райф будет вас ждать? Ну, разберемся по ходу пьесы. Этот психопат встретит вас с распростертыми объятиями. К тому же при нем там будет Надин и вся ее армия. Зато у нас есть вот это. Величайшее пиратское сокровище у нас на ладони, пойми. Я думал, ты спасаешь брата. Ну да. Да, все правильно, конечно. Чтобы его спасти, нужно сокровище. И как Елена тебя отпустила? Ну ты даешь. Ну тут все не так просто. Слушай, вы с ней столько пережили вместе. Она бы меня не поняла. Ты слишком плохо о ней думаешь. Я не могу рисковать. Нейт, он прав. Все изменилось. Замешан Рейф, и... Я справлюсь сам, правда? Правда. Класс. Что ж, спасибо за ваше ценное мнение. Простите. Привет. Да, это я. Да, тут я сюда. О чем задумался? Я, конечно, понимаю, тебе тяжко пришлось.
столько лет в тюрьме. И я тебе очень сочувствую. Но он не виноват. Я его и не виню. Он с таким трудом завязал с этим делом. Я его не вынуждаю, он сам решил. Ясно? Это его призвание. Ты это серьезно? А ты здесь зачем? Затем, что кто-то должен подумать о нем. Нет, через пару недель вернусь. Ну да. Ладно. Хорошо. Люблю тебя. Пока. Я сказал ей, что работа потребует немного больше времени, и это правда. Так ведь? Ну, что скажешь, Салли? Сэму нужна наша помощь. Ну, говорят, что в это время года в Шотландии особенно хорошо. Ну, Рейв подошел к делу серьезно. Они все скучковались вокруг собора, это хорошо. Поскольку кладбище в нашем полном распоряжении. Салли. Да? Слушай, путь свободен. Ну, давайте. Удачной охоты. С нами не пойдешь? Ну, нет. Разве что у вас там есть эскалатор. Ладно, тогда до скорого. Нейт? Да. Ты только вернись не с пустыми руками. Договорились. Ну, почтим память капитана Эвери.